смотреть по сканеру вилок. Сергей, давайте тогда переходить как раз-таки, это и следующий пункт, да, у нас лицензия AskBet, и часто задают вопрос многие партнеры и клиенты, что вот будет открыт AskBet, и какой плюс для простых клиентов Tiki, то есть, ну, многие не понимают, для чего нужна вообще контора компании Tiki, вот. Если есть об этом возможность поговорить, давайте поговорим. Да, давайте. Во-первых, это популяризация компании в сфере спорта. То есть если твоего отца признают, грубо говоря, да, везде, то и ты за него горд. Ровно как и твоего ребенка. Если признают, ты за него везде горд. Правда же? Вот та же самая, ну, тот же самый абсолютно анализ мышления. Про нас говорят классно. Про нас говорят, что мы букмекер. Нас оценивают по-другому. К нам хотят другие люди другого уровня уже приходить, с нами договариваться, делать какие-то большие дела. А там, где большие дела, там везде клиентам хорошо. Вот вам нравится использовать Google. Почему? Он большой, хороший, над ним работает многотысячная армия разработчиков. Да? И ты сказал, окей, Google, буквально через секунду нашел тебе то, что ты хочешь. Та же песня здесь. Я не могу сказать, что мы делаем какую-то революцию. Нет, просто букмекер – это а, стабильность, б, мощнейшая популяризация. Только после популяризации это уже какие-то финансовые части, как коммерческий проект. И, бесспорно, продукты, которые создаются сегодня вокруг Tiki, они все могут хорошо влиться в AskBet для того, чтобы решить там вопрос ставок, да, прогнозов, аналитики и множество факторов. Потому что мы сегодня получили классную платформу, на которой есть очень много, да, то есть наши партнеры, скажем так, которых мы интегрировали к нам, по букмекерству. Их используют многие другие, это бет-радар, я думаю, это не... Что тут скрывать, все знают об этом прекрасно. Что такое бет-радар сегодня? Это огромная компания людей, это огромная корпорация с очень дорогими продуктами. Вот мы их практически интегрировали уже, мы практически решили вопросы, и у них есть очень много классных продуктов, которые в будущем мы сможем также использовать и для нашего сервиса Tiki в целом, как для вилок. Вот это будет моим следующим тоже этапом. Одним из следующих этапов. Поэтому AskBet это не только решение для компании. Это решение на перспективу, скажем так. Это как SEO-оптимизация. Есть быстрая оптимизация, вложил денег, быстро получил. А есть SEO, она долгая, такая муторная, потенциально возможная, либо невозможная. Да? Будешь ты когда-нибудь первой тройки там запросов, либо не будешь. Но здесь у нас очень высокий потенциал, что мы все-таки будем использовать максимум AskBet для того, чтобы радовать вот действующих клиентов на платформе сканера Tiki. Ну, в целом, я надеюсь, тем, кому было непонятно, стало понятно. И вопрос, естественно, задают, а можно ли будет вилковать на AskBet? Знаете, как я уже говорил, к сожалению, я этот вопрос не буду решать. Решает вопрос этот руководитель букмекерской компании нашей, и он не очень хорошо в этом плане настроен, более чем. Как бы я ни пытался с ним обговорить, не только с ним, но и с аналитиком, я могу сказать, что вилочники наносят огромный урон букмекерским компаниям, просто большой урон, особенно в большом количестве. И самое забавное, что вилочники, вот профессиональные, да, которые работают много-много лет, они просто не сбиваются с пути. Для них это стабильность. Они просто знают, что они сейчас придут и заработают своих денег. Ну, а те, у кого не хватает сил, энергии, либо он понимает, что это не его, он, конечно, отваливается. Вот настоящие вилочники, они находят миллиард способов, как прийти и забрать гарантированные деньги. Вот поэтому букмекер не очень их любит. Я не могу сказать, что я придумал панацею алгоритмы, как сделать так, чтобы вы зарабатывали на вилках через AskBet. Я знаю точно, что другие сканеры, а то все сканеры будут нас сканировать. У нас тоже будут вилки. Но это факт. Какой огромный объем людей придет к нам, тоже факт. Капитализация компании вырастет, тоже факт. Один из плюсов AskBet, да? И если сейчас нас слушают сканеры, и вы скажете принципиально, что нет, мы не будем вас сканировать, так замечательно, меньше вилочников будет в AskBet. Меньше усложненной работы. Но я думаю, что ваши клиенты в любом случае попросят вас или просто уйдут от вас конкуренты. Поэтому сканируйте AskBet, рекламируйте AskBet, все, кому не лень. Потому что скоро очень многие о нас узнают, мы готовим очень сильный трафик по Азии, в том числе к нам. Ответил я на вопрос или не очень? Ну,
как по мне, да? Вполне. Хорошо, давайте дальше. Есть вопрос, давайте на него ответим, потому что прям ну, его задают с уважением. Роман Кучумов или Кучумов, извиняюсь, если неправильно сделал ударение. Как насчет коридоров, он спрашивает в сканере, да, их немного, но они есть, особенно на баскетболе. Давайте над ними поработаем. О, они появятся еще и на хоккее в том числе, я вам скажу, Роман. Они появятся практически во всех видах спорта. Мы к середине января переписали полностью алгоритм поиска комбинаций. То есть теперь не мы сидим придумываем, а вот total больше 0,5, он же там меньше 0,5 должен быть, да, опять же, с двух сторон. Теперь робот проработает, если у нас в волейболе больше 130 тысяч комбинаций, если мне память не изменяет, только в волейболе, то робот будет искать, точнее, робот интеллектуально будет понимать, что комбинаций ну, раз в 5 больше, либо в 4 раза больше. И робот, мы учим сейчас робота сразу создавать ситуации с коридорами. Поэтому они уже будут интегрированы в сканер, я думаю, где-то к началу февраля, потому что если мы говорим, что к середине января наши товарищи разработчики закончат, да, разработчик, точнее, даже закончит данный материал, то плюс-минус пару недель интеграции плюс правок, я думаю, в феврале мы будем получать очень хороший объем коридоров на все виды спорта. Причем вообще не важно, какой вид спорта, мы за счет вот новой функции, вот нового переписанного алгоритма сможем подключить хоть 20 видов спорта, нам будет все равно абсолютно. Ну и давайте, пока мы недалеко ушли от СГБЭТа, вопросов несколько прям задали, а будет ли что-то с маркетингом прикручено к СГБЭТу? Ну конечно, конечно, там своя партнерская программа, там свои выплаты. Там идут сейчас разговоры о своих банковских картах для каждого нашего клиента, в том числе, кто является партнером AskBet. Ясное дело, это никак к бинару не будет приурочено, но те, кто первыми возьмутся раскручивать AskBet, получат огромный объем трафика. По факту. Потому что под вас будет идти ну, просто очень большая регистрация. Крутой веб-мастер, так называемый, да, кто тащит трафик для букмекера, может зарабатывать в день до 3000 долларов. Представляете себе на комиссионку? До 3, до 4 тысяч долларов. Я просто знаю несколько таких, и они как раз и собираются раскручивать AskBet. Ну, без партнерских, без, точнее, бинарных, никто не знает и никогда не видел их. Но они делают миллионы каждый месяц. Достаточно 500 тысяч даже делать на трафике, это уже прекрасно на партнерской программе с AskBet, как по мне. Ну и вот как раз-таки, да, Андрей Одинцов пишет, что был разговор про веб-мастеров, есть мощнейшие ресурсы для трафика у его команды. Когда это будет реализовано? Ну, наверное, не раньше, чем выйдет, конечно, контора. Факт, да. Но уже сейчас проработали бонусную часть, нормальные человеческие фрибеты. У нас цель вообще сделать так, чтобы мы адекватно относились к нашим людям. Вообще, чем хорош Тики, это адекватностью к людям. Может быть, не каждого мы погладили по головке, но по факту мы решаем многие вопросы. И то же самое должно быть с AskBet. Наша философия там такая же. Если мы даем бонусы, и клиент справился с этими бонусами по своему желанию, пускай спокойно выводит денежки. Проблем-то нет. Благодаря другим нашим продуктам мы в том числе априори не будем в минусе. И вообще букмекер, один из 100 букмекеров только в минусе. И то потому, что ведет плохую политику маркетинга.